Всем привет! Сегодня я с подписчиками пройду кемпинг один. Поехали! И нас телепортируют в кемпинг один. Вот я телепортировался в кемпинг один. И тут везде на карте разбросаны различные предметы, например, зонтик, монета золотая, аптечка. Что делать с монетой золотой, я вам расскажу в конце этого видео. Первая ночь прошла. Ну, первый день прошел. Смотрите, вот как я стою. Вот корзина с бутербродами. И бежим! Если видите колодец, значит вы на правильном пути. Бежите дальше. Все, мы в пещере. Довольно много человек выжило. Бедный олень. Бедненький. Ладно, мы продолжаем. Еще немного ждем. Нас телепортирует прямо в пещеру. Один из нас должен пойти за бутербродами после надписи «Пивчан Паски». Это был геймплей Бравы Роблокс. Давай, давай, он принес бутерброды! Но сам проиграл. Ну, можно так сделать, чтобы у вас осталось там небольшой запас хп, там, оранжевый. Только не ты. Да. В одном бутерброде был крысиный яд. Нет, нет, еще один подписчик. Уже второй проигрывает. У нас остается только килл 2335. Прощай, прощай. На дождик не выходите, он ядовит и убивает быстро. Прощай. Теперь выламываем стену. Пожалуй, это самая прикольная вещь, которая есть в кемпинг 1. И заходим вправо. Всегда выбирайте вправо. Я сколько раз пытался пройти кемпинг, всегда вправо. Не было шипов. Вот. Я пошел. И бывает либо лабиринт, либо паркур. Но мне попался паркур. Я люблю паркуры. Они довольно легкие. Водичка. Под водой нельзя находиться, она очень сильно ведет. Два человека только что утонули в воде. Ну, осталось только я и Кирилл 2335. Водичка уже до сюда даже поднялась. Теперь ждем, пока нас телепортируют обратно. Он меня телепортировал обратно. Я все еще жив. I'm still alive. Я правильно прочитал. Так, следы. Это нога монстра. Река крови льется. Он еще жив. Все еще жив. Привет. Да, привет. Ночь наступает. Ты бы лучше зашел, конечно, в палатку. Ждем, 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 ждем. Почему я не в палатке? Подписчика поймали. Я его ищу, 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 ищу по всей карте. Нашел. Спасайся. Аж рухнул от страха. Да, ну, конечно, я бы его лучше не спасал. Вы это узнаете попозже, почему. Ну, одну хп снеслось. Там потом дождь начинается. Теперь резко, как только дверь открывается, идем назад. Это очень важно. Палатки. Забираемся наверх. Так, давай забирайся. Да, если бы я его не спас, я, может быть, даже выжил. О, это черное облако поднимается. Оно медленно поднимается. Но мы достаточно высоко. Надеюсь, что оно остановится.
И оно остановилось. Это очень хорошо. Ой. Зачем второй столбик? Так. Это он. Он идет сюда. Он идет к нам. Нет, солнце. Ага, так тебе и надо. Ты выкрал одного из нас и отравил одного из нас. Те люди, которых я убил в первую ночь, они хотели убить вас. Я никого не отравлял. Я сошел с ума. Я никого не отравлял. Кирилл 2335. Псиный яд. Что? Не понял. Поэтому я зря, наверное, тебя спас. Теперь я вам покажу, что нужно делать с золотой монеткой. Так, сначала ее нужно найти. Да, это будет очень сложно. Потому что шанс ее попадания 1/10 игр. Бросаем ее в колодец и нас куда-то телепортируют. Мы ничего не можем делать, просто наблюдать. Привет. Ты кто? А, все, понял. Секретная концовка пройдена. Кепинг. И вот я прошел первую часть кепинга, если это можно считать, то, что я прошел, потому что меня Кирилл 2335 уничтожил. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всем пока-пока!